Итак, пожарный КАМАЗ. Что же находится внутри? Здесь вот место для команды. Потом есть вот отсек с инструментом. Здесь, значит, что у нас входит? Мостик, рука, ну, не знаю, что такое. Потом идет болгарка, бензиновая, бензопила, канистра, по-моему, аптечка, разные рукава, лестница внизу и разные виды вот этих вот насадок на шланги. Так, и здесь, похоже, система подачи воды автоматизированная, наверное. Тут можно лазить на крыше, а лазить на крыше. Вот сама оцета и цистерна включается и автоматически распределяет давление по этим шлангам. Всем привет!